Для осуществления повседневного контроля за ходом вступительной кампании при каждом учебном заведении, осуществляющем прием абитуриентов, создана отдельная комиссия, в состав которой входит член Госкомиссии, работник Комитета госконтроля, педагоги и представители общественных организаций. Совещание с участниками этой важной кампании прошло в среду в городе Бресте. Основная цель в том, чтобы довести до организаторов и для участников, тех, кто будет принимать участие в тестировании, первая очередь. Основные требования, предъявляемые к абитуриентам, в том числе по организации самого процесса. Контроль за проведением вступительной кампании на Брещине будут обеспечивать 29 сотрудников Комитета госконтроля области, 15 сотрудников Управления Департамента финансовых расследований, 903 работника сферы образования и 8 представителей иных организаций. Такие меры призваны обеспечить безусловное соблюдение отработанного механизма проведения вступительных испытаний и зачисления в высшее учебное заведение. На данный момент все необходимые организационные мероприятия проведены, и учебные заведения готовы к проведению тестирования. На сегодняшний день 100% готовность, то есть в принципе ждем 14 числа первый поток абитуриентов, это у нас будет белорусский язык, будет сдавать около 7900 человек, то есть следующий у нас тест русский язык, тоже соответственно готовы, и в общем-то до последнего теста все аудитории, все организаторы, ответственные организаторы проинструктированы и готовы, в общем-то, к выполнению своих обязанностей. Создание доброжелательной рабочей обстановки на тестировании – важная составляющая его успешного проведения. Честность и справедливость оценки знаний абитуриентов гарантируют высокий уровень знаний потенциальных студентов и, как следствие, профессионалов своего дела в будущем.